цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Прямо сейчас брюки Шаролин. Вот скажи, пожалуйста, какими проблемами ты общаешься, да, с дамами именно больших размеров? Ты их в Москве одеваешь, ты ездишь по городам. А что чаще всего просят женщины? Да, это мой самый, наверное, основной контингент покупателей. Именно дамы с корпулентными формами. При этом мой самый родной, наверное, человечек, да, на свете, мама, тоже достаточно корпулентная. И, в принципе, возникала всегда проблема с джинсами. Если даже для худышек это сложный вопрос по поводу джинсов, то для корпулентной дамы это вообще закрытая тема. Конечно. И чаще всего они просто их не смотрят даже в магазинах. Да их невозможно натянуть, да, даже на их себя. Невозможно натянуть, их нужны какие-то своеобразные условия. В нашем случае джинсы от Артеса – это идеальная посадка за счет высокой посадки, эластичной ленты по талии. То есть это полное прилегание по вашей форме, но при этом с эффектом пуш-апа, которое сглаживает, выглаживает ваши бедра. Это, да. Плюс джинсы созданы из текстильного материала, то есть это трикотажное полотно, но при этом они полностью повторяют классическую форму джинсов. Даже вот эта вот знаменитая рыжая прострочка двойная, она как раз-таки их повторяет. То есть я даже если их переверну, смотрите, реальная имитация джинсов. Как то есть это джинсы, да. Вы удовлетворяете свой результат того, что вы хотели джинсы, ваша мечта сбылась, но при этом вы себя чувствуете в обычных трикотажных удобных брюках. Вот это да, вот это самое главное. Вы знаете, что брюки Шаролин становятся бестселлером нашего телеканала от бренда Артеса. Они всегда бьют все рекорды продаж. Размерный ряд от 48 до 74. Если вы никогда не могли себе найти джинсы, сегодня у нас есть ваш размер. 72, 70 и 74. Ваши брюки, вот они здесь. Заказывайте уже прямо сейчас, звоните. Звонки бесплатные с любой точки России. Слушай, а вот, например, 74, 72 размер. Как определиться вообще с размером для нашего телеканала? Смотри, бренд Артеса, он полностью работает именно на корпулентных женщин, и он разработал также линейку удвоенных размеров. То есть здесь идет промежуток размеры, которые 100% помогает вам сделать именно отдаленную покупку и чтобы она была по посадке. Хочу даже, кстати, сказать про эти брюки. Это был первый лот, который я дебютировал, когда я пришел на телеканале. И это первая покупка именно с телеканала моей мамы. То есть эти брюки у нее есть в гардеробе. То есть твоя мама заказала брюки с твоего первого представления. Да. И что, она их уже получила? Она их уже получила. Она уже их как 2 месяца использует, носит. Она очень довольна, потому что мечта сбылась по поводу джинсов. А какой размер у твоей мамы? Мама была 56, она похудела до 52, но взяли мы промежуточный размер как раз 52-54. И как раз-таки вот они 100% по посадке ей сели. И, в принципе, средняя сестра моя сделала то же самое, она заказала себе брючки, получается, у нее размер 50, мы взяли 48-50. Ой, это здорово, до 74-го есть размеры, размеры сдвоенные, а значит, идеально подойдут вам. Мама Миколы заказала для себя, сестра Миколы заказала для себя. Представьте, как в этих брюках Шаролин вы найдете свое счастье, потому что, во-первых, базовая модель привычных джинс, которые нам так нравятся, во-вторых, идеальное попадание в размер. Вот что главное в посадке? Многие говорят, знаешь, высокая посадка должна быть. Я когда надеваю лыжи со средней посадкой, у меня животик хоть и небольшой, но он прям сразу выпячивается, становится еще больше. Да, он выпячивается и при посадке еще больше начинает подрезать. То есть правильно ты сказала, что здесь мы, получается, экономим изделие как в ткани, но не экономим на своем здоровье, потому что за счет высокой посадки мы полностью подтягиваем свою зону животика, полностью подтягивается ягодичная зона, здесь работает. А можно как раз-таки на модели это продемонстрировать и показать, насколько у нас красиво облегает бедро, облегает нашу зону животика, да, и вот как раз эластичная лента по верхней части, она как раз-таки полностью фиксируется и держит нашу фигуру. Слушай, мне даже кажется, знаешь, у Ольги такие ноги длинные, высокие. Да, высокая посадка как раз это и делает. То есть она визуально создает более высокие ноги. Плюс, смотрите, она полностью прилегает в зону животика и красиво обрамляет ягодичные зоны. И смотрите, никаких здесь каких-то вот выпуклостей не будет. Да? Неровности. То есть они полностью красиво подтягивают. Если обычные стандартные джинсы будут передавливать, согласна, то за счет эластичности трикотажа они как раз-таки полностью красиво подтягивают. Вот очень часто мы выбираем джинсы, даже если мы нашли для себя. Как мы их одеваем? Мы их надеваем лежа. Чтобы они разносились, нам нужно еще неделю целую, чтобы их ходить. Это неудобно. Более того, это вредит нашему здоровью, потому что это перетягивает наши сосуды. Джинсы Шаролин – это идеальная находка. Они, знаете, сразу
как вторая кожа на вас. Внимание, у нас забирают уже по два цвета, и черный, и синий. Мы нашли идеальные джинсы для вас. Вам остается только дозвониться. Размеры до 74-го. Черный цвет в 74-м размере разлетается быстрее всего, поэтому успейте дозвониться. У нас уникальные эфиры прямо сейчас. И независимо от размера, у нас единая цена, идеальная посадка, полная имитация настоящих джинс и при этом абсолютнейший комфорт. Длинные ноги и тонкая талия. Вот это да! Мы сегодня должны были, вообще не должны были сегодня эти джинсы представлять. Да, но мы не можем их не представить, потому что мечта многих дам должна осуществиться. Я попрошу Олю присесть на диван и продемонстрировать как раз момент, как комфортно и удобно в них сидеть. А Оля не давит на животик? Они не стягивают зону животика, не стягивают зону, как раз где у нас находится пупочек. У нас красивое бедро. Не вытягиваются коленки, как время... это может в стандартных джинсах быть, потому что 100% хлопок, он не восстанавливает свою форму, и поэтому всегда дутятся коленки. А я, знаешь, когда вот так сажусь, я обычно пуговицу на животе расстегиваю, потому что передавливает очень сильно. На джинсах приходится молнию немножко подрегулировать. Здесь этого делать не надо. И плюс можно, в принципе, сказать, как будто ощущение, как будто вы в колготках. Слушай, а вот встала Олечка у нас сейчас, и мне интересно, наши коленочки, они не вытянулись, да, посмотрите. Они сохранили свою форму и также восстановились опять. Но, подождите, я вот сейчас вот хочу посмотреть, с чем можно сочетать наши брюки Шаролин. Ну, можно сочетать как раз на Ольге, да, мы представляем наш джемпер Мирна и наши джинсы. Это классический такой английский стиль. Можно вместо туфель сюда добавить кеды, более спокойные платформы, лоферы, да, и сделать более классический стиль. И вот демонстрация у нас здесь, брючки соединены как раз-таки с нашей блузой Тони двойкой. Вот, кстати, это полностью первая покупка моей мамы, то есть вот эти брюки. Серьезно? И блуза Тони, только в вишневом цвете. Ой, это здорово, сам эксперт Микола Комендров вот, одевает маму с нашего телеканала. Что вы видите сейчас на нашей модели, да, это образ моей мамы, вот она взяла это полностью комплект, только у нее слушай, блуза вишневого потом цвета. Да. И она довольна, потому что двоечка красиво ее обрамляет, при этом не увеличивает объема. Ну и конечно трюки. Же, ее безумная мечта была джинсы, и тут они у нее есть. Да, они есть у нас здесь сегодня, и это 100% натуральный хлопок. Я правильно понимаю, Микола? Да, здесь идет хлопок и маленький процент эластана, который позволяет как раз создать материалу пластичность. То есть, представляете, вот если джинсы надевать, да, мы не можем их с вами натянуть даже на себя. Они плотные, они сдавливают наше движение. Здесь 100% хлопок, размеры до 74-го, побалуйте себя, подарите себе стильные джинсы. Только сегодня самый широкий размерный ряд до 74-го. Размер сдвоенный, а значит, вам будет легко выбрать размер дистанционно.